все верующие люди, они призваны к богопознанию. И образование – это то вспомогательное средство, которое может продвигаться более эффективно в этом процессе. Конечно же, человек может заниматься и самообразованием, он может читать книги, но обучаясь, скажем, в среде других людей, имея рядом людей, которые прошли какой-то путь, имея наставников, этот процесс, конечно, становится более эффективным. Поэтому образование, я бы сказал, это неотъемлемая часть. Формы могут варьироваться, но в целом образование как таковое, какое бы оно ни было, это неотъемлемая часть любого христианина, и особенно, когда мы говорим о служителях, то есть тех, которые хотели бы двигаться в служении. А это уже вопрос призвания. Поэтому, наверное, образование будет в каком-то смысле вторым вопросом. Первым будет вопрос призвания, то есть моего понимания воли Божьей в моей жизни. И если я понимаю, что Бог призывает меня к служению, то здесь, конечно, образование неотъемлемо.